Ребят, скоро вы узнаете огромную новость. Вам Настёна сама все расскажет, просто я не хочу ничего рассказывать. Она вам скоро все расскажет. Вы все увидите в эфире. Но пока нам говорить нельзя, потому что мой менеджер Аксен, он сейчас прям сидит и наблюдает в эфире. Скажу я информацию или нет? Пипендрики будет, говорит, Наташа пишет. Ну, Наташ, Ебаровых, хочу сказать, что Ебаровых должно быть много. Они должны быть везде. И в Ростове, и в Владивостоке, и в Туле. Везде. Дети – это наше счастье. Наташ, родим, а ты воспитаешь. Что ты несешь? Ну как? Пожалуйста, я вас очень прошу, не слушайте его. Это все брехня. Да, через неделю в эфире все узнаете. Так.